я раньше в Швейцарии снимала, да? Попробую. Но у меня тут была плохая камера, и я потом перешла на телефон тоже. Ну, тем более там, когда снимаешь в саду, да, там так или иначе нужно с телефоном снимать. Вот. А здесь сейчас решила попробовать вот этой новой камерой. Ну, когда она старенькая камера мне отдал сын, и она вроде бы ничего, да, по-моему. Вот. Можно, наверное, какой-то такой вот формат разговорный тоже между делом сделать, пока не началась. Вот сейчас весна, сейчас пойдет сад, огород, там туда-сюда, да, там, то есть нужно будет снимать в саду, конечно, а не дома. Вот, но сейчас попробуем так, да. Сейчас что-то я сняла через Skype, я еще не очень поняла, забыла уже, как все это делается. Теперь у меня не Mac, а обычный компьютер персональный. Вот, поэтому немножко подстроюсь сейчас. Вот, значит, сижу я в спальне у себя, здесь у меня там кровать стоит в этом углу. Вот я ее туда-сюда двигаю, сейчас все двигаю, 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 но уже тут такой дохлый вариант, тут уже нужно просто мебель менять, да, тут просто не хватает какой-то мебели, и тут как ни двигай, все равно идеально уже не получится. Раньше это, вот кто видел фильм, там было все это красиво, все было свеженько, новенько сделано, и плюс это же задумывался дом как бы на выходные приезжать там на каникулы, да, то есть здесь не нужны были эти ни шкафы, ни какие-то вот эти вот, да, все полки там, куда всего можно убрать, и когда живешь, барахла полно, и все не выкинешь, да, и все пригождается где-то все время, какие-то вещи нужны, и ты просто не можешь просто все выкидывать То есть у меня, конечно, барахла тоже всякого много накопилось, и вот это вот все нужно каким-то образом куда-то все это разместить для того, чтобы потом тоже еще и найти. Вот, ну ладно, ну хотя это тоже сейчас, кстати, по теме, вот что с этими, да, ну в общем, здесь все нужно менять. Короче, я сейчас вот в уголочек себе здесь сделала, здесь вот так вот сидеть вроде бы никак удобно. Вот, лампочку здесь зажгла впереди для получше освещаться. Вот, и даже сегодня я немножко подкрасилась, да, потому что я, по-моему, не красилась, не знаю, миллион лет, да. В последний раз, наверное, где-то в Швейцарии я еще там плотно штукатурилась, когда меня еще никто не видел и не смотрел, поэтому я не боялась, как бы экспериментировала, да, там с красными губами. Мне все сын смеется, говорит: боже мой, как ты там вообще выглядишь, такая вся разукрашенная, как матрешка. Это мне самой смешно, конечно, но это был такой опыт, как бы опять же вот из фотографии, да, то, что когда снимаешь, нужно как-то вот это вот косметику, все это нужно делать там, да, пудру там и прочее, прочее. Вот, так даже сегодня я, вот сейчас, первый раз за все время, вот подмазала здесь что-то под глазами, да, там попробовала. У меня какие-то всякие лежат, у меня уже полным-полно разной косметики еще со времен вот этой фотографии лежит, она уже сколько времени, уже десятилетие, наверное, скоро исчисляется. Вот, всякой косметики. Я вот сейчас, в последнее время, действительно здесь вещи взялась разбирать в очередной раз. И у меня есть такие полочки, которые я вот эти годы даже вообще не открывала и не прикасалась. То есть у меня косметики просто всяких теней, там помад, этих лаков там всяких разных. У меня их миллион. У меня просто был такой большой штант, да, как бы называется, ну, такая. Вот вы знаете, когда в косметических этих магазинах, то, да, там приходишь, а там такие вот эти вот Dior, там еще какие-то известные бренды этой косметики, да, вот эти вот все там с позолотой и прочее, прочее, да. Вот, он стоит на таких подставках специальных, и там все у них, те образцы продуктов, да, помады всех цветов, там тени всех цветов, фондейшн, или как он там называется, все это пудра, там все есть, можно попробовать там, да, вот эти вот пробные штучки такие. Вот, и как раз оттуда брали вот эти вот продавщицы там, да, которые консультанты, они брали там тебя, например, там покрасить, там что-то там показать, как надо краситься, эти продукты попробовать. И вот такой у меня раньше стоял, даже где-то там в каких-то в самом-самом раннем видео, которое я снимала до того, пока вообще канал открыла как бы официально, там у меня даже есть этот такая подставка огромная, ужасно тяжелющая, красивая, позолоченная вся. Я и потом, вот когда переезжала из студии, фотостудии, где мы тогда жили, да, в Швейцарии, при переезде, конечно, пришлось ее на свалку вывести. Но всю эту косметику я туда выколупала,
выбрала, вытащила, оторвала там с корнем как где-то что-то, и она у меня вот сейчас, в принципе, везде там лежит по углам. Тут мне под рукой сейчас нет. А, вот есть, как раз за компьютером сейчас покажу. Вот приблизительно в таком состоянии. Сейчас я везде их разложила. Вот, нужно их будет все подразобрать, да, подразобрать. Много таких разных. Подразобрать, протереть там. Типа вот они у меня уже тут пару недель лежат, то есть на столах везде. То кошки пробегут, смахнут, то еще что-нибудь, то собираю полцы по полу потом. Вот, нужно будет все это разобрать и куда-то найти место поставить, чтобы можно было этим пользоваться. Ну, вы знаете, я этим вообще не пользовалась последние годы. Даже ни маникюр ничего не делала, не красилась, кроме как ресницы, вот немножко здесь там подчернить вокруг глаза, да, и ни помада, ничем я, в принципе, за все эти годы последние не пользовалась. Вот, и настроения не было, и не хотелось, да. И вы знаете, как я проходила в шортиках все эти годы, в одних и тех же, в стирку и одеваешь, в стирку и одеваешь. Купила какие-то венгерские шортики здесь у меня. Самые дешевые, вот где-то на ближайшие магазинчики тут, да, я даже не знаю, где их купила. Может быть, в этом нашем районном центре где-то. Вот, купила и я их, конечно, они мне уже окупились, хотя они очень дешевые. Но они такие на баечке были, да. Я вот их протаскала буквально который год, да, который год уже, ну, минимум 2 года, по-моему, я их, или если не третий год, я их летом из них не вылезаю в стирку и обратно, да, там что-то на смену другое, потом опять эти шортики. И, ну, да, и вот, хотя есть у меня, в принципе, конечно, какая-то одежда, но я, честно говоря, некоторые вещи у меня висят в шкафу, я уже потом, по-моему, тоже говорила, да, и куда я их одену, да, с одной стороны, с другой стороны, они таких хороших, как бы, производителей, да, они такого хорошего качества, их как-то отдавать жалко их, и выкидывать их не выкинешь, и а вдруг пригодится, да? Вот, и все это как-то висит у меня, то я снимаю на чердак у нашу, то я с чердака обратно их тащу в шкаф повесить, мне там жалко, что они лежат. И вот этот вот процесс, он такой, как бы, бесконечный туда-сюда, раз в год я заморачиваюсь, что-то пытаясь кого-то вытащить, иногда перекладываю в коробки какие-то, да, эти коробки потом выношу туда, в этот в амбар, туда к себе, да, где студия, там никогда не закончу в жизни. Вот, и мне западло туда лезть по этой лестнице наверх, они у меня так стоят, и потом приходит другой сезон, и думаю, я эти коробки опять обратно заношу и опять вешаю в шкаф, перекладываю опять же зимние в эти коробки, несу туда. Мне опять же лень туда наверх лезть, они где-то у меня стоят под лестницей. И так они у меня даже сюда приходят к другому сезону, и в другом сезоне, в общем, короче, все это повторяется, вся эта история. Вот, я даже, честно говоря, не знаю, пора мне эти как-то шкафы уже 10-метровые ставить, чтобы туда все это хорошенечко все повесить, чтобы не искать, и чтобы все это было рабочая одежда в один угол, там парадно-выходная, на всякий случай, когда-нибудь вдруг пригодится, в другой отсек. Вот, и каким-то образом, чтобы вот этот порядок с этими тряпками наконец навести, ну, не только с тряпками, но, ну, по крайней мере, вот с тряпками было бы неплохо. И вот и раз пришла вот на эту тему сейчас с тряпьем, да, значит, как-то я пришла, где я начала? Да, начала то, что у меня была долгая пауза, что я не выходила ни в интернет, как в интернет я выхожу, но на канал я не выходила, не знаю, о чем говорить, не знаю, о чем можно, о чем нельзя, и потому что все это накапливается, и когда ты как-то постепенно все это рассказываешь, ты можешь как-то, да, актуальное только как бы, а тут когда все, столько всего, и да, уже не знаешь просто, о чем говорить, о чем не говорить. И с чего начать, даже если что-то есть рассказать. Вот. Ну что, значит, опять возвращаюсь я к тому, что у меня где-то до ноября у меня было довольно тяжелое состояние психологическое, настроение отвратительное, что-то вроде депрессии или хуже. Наверное, что-то такое депрессия, короче, была. Вот. И тут
Не сделала я ни закатки, не делала я в саду практически ничего не делала. Траву уже стричь не нужно было, так периодически еще тригла травку, но вот буквально через силу выходила, самое необходимое делала, и на этом заканчивалась моя работа. Вот, да, много овощей у меня там не выросло, потому что перестала как-то поливать и как-то вообще действительно все забросила. Единственное, что я еще смотрела, помидоры, да, помидоры, вот, да, помидоры я еще делала. Да, и что-то, по-моему, да, закатки вообще у меня не было, да, только то, что вот живьем ела, там, на салат и прочее, прочее, больше ничего не делала, ничего девчонки не делала, вот, значит, что, потом где-то, наверное, в ноябре, когда я поняла, что пора тему закрыть так же, как тогда с политикой. Просто когда видишь, что ты уже дальше никак не проходишь, дальше просто не проходишь, дальше уже бесполезно как бы добиваться там правды или добиваться правды и сквозь стену уже биться об стену уже бесполезно, или это будет тебе стоить потом головной боли. Когда бьешь об стену и не можешь ее прошибить, где-то приходится просто остановиться и сказать, это разумнее остановиться и дело все забыть и продолжать жить дальше. Жизнь у нас короткая, к девчонке все-таки оказалось, да, все-таки все так мимолетно, вот, что все-таки нужно вовремя остановиться, наверное, ну, во всяком случае. Иногда приходится признаться, что ты просто проиграл, и продолжать жить каким-то образом дальше. Тогда я вот занялась, сын мне подкинул идею изучить одну компьютерную программу. Он мне уже и раньше об этом говорил, но я как-то все это, ой, посмотрела один раз что-то, ой, это мне слишком сложно разбираться на английском языке, там еще, там все это технические всякие терминологии, которые я уже не знаю, да, это сейчас новые эти технологии, тут чат, GPT и вот эти вот картинки сейчас, которые делают с помощью искусственного интеллекта, да, все это нужно было как бы это все это вникать, да, все это изучать, погружаться во все это, а мне было не тогда не хотелось в прошлом году и позапрошлом мне не хотелось, мне показалось все это каким-то все сложным и не для меня, для моего уровня, как-то мне вот сейчас огород и все, да, больше мне ничего не надо, там розочки, вот, ну что, я все-таки полезла в эту программу посмотреть, программа, значит, такая, как бы ты создаешь картинки, как, ну, типа фотографии, да, то есть ты создаешь как бы фотографии искусственным интеллектом. Ты создаешь искусственному интеллекту в эту программу описание, например, да, ты описываешь, что ты хочешь видеть. Например, я хочу видеть красивую девушку, вот такую высокую, с длинными ногами, с тонкой талией, в красном платье, держащий в руках бокал, к примеру, да, и на фоне там у тебя там море и солнце, и горы, да, ну, например. Вот. И, в принципе, в зависимости от того, как ты это хорошо опишешь, тебе компьютер в секунды выдает результаты, разные результаты на выбор, как бы, да, и ты можешь эти результаты или акцептировать, и ты можешь потом на компьютере запомнить эти картинки, где-то, может быть, использовать, да, или ты можешь на своей фотографии использовать. Ну, я как фотограф, да, я Photoshop, например, тоже относительно хорошо знала для обработки моих фотографий, для их улучшения, украшения и так далее. И, в принципе, эта программа, она как раз так все красивое, да, получается, все очень красивое, такое яркое, так, как я бы хотела делать фотографии. То есть я считала, что я делаю очень красивые фотографии, в принципе, была довольна своей работой, но когда я посмотрела эти картинки, я подумала, да, надо попробовать. Вот. Единственное, что, конечно, она малоуправляемая, и там, например, сходство очень трудно еще пока, например, я пыталась, там пробовала такие шуточные вещи, там, например, со своей фотографией, с движением, например, да, что ты открываешь рот и что-то как будто говоришь, хотя это не ты, это твой робот, да, как бы аватар, да. Вот. Но довольно-таки забавно и очень занимательно. И я так этим увлеклась, и вот я весь практически, наверное,
в конце ноября я занялась, сразу после того, когда у меня была вот это вот все упадок полный. Вот, и я, так сказать, сразу же все забыла и занялась вот этим, и изучила я эту программу очень хорошо. И надела миллион там всяких разных красивых картинок, они у меня в Инстаграме есть, Инстаграм заполнила сразу, в Телеграме там канал там заполнила, сразу этими забила все этими картинками. У меня компьютер забит этими картинками везде. Но, к сожалению, не знаю, куда их применять, честно говоря. Ну вот, то есть ты, в принципе, делаешь, делаешь, а пока еще их применять конкретно куда-то или зарабатывать на этом деньги, пока я не вижу никакой вот возможности, да. Но я этим позанималась и надеюсь, что технологии будут дальше развиваться, и можно найти какое-то этому применение. Вот, так что, может, это знание мне пригодится для чего-нибудь. Вот, но это было интересное такое хобби. Сразу появился круг всяких разных дизайнеров в этом, в области вот этого искусственного интеллекта. И каждый там демонстрирует всякие группы там, в том же Фейсбуке, в том же Инстаграме. Много тоже лайков каких-то появилось, да, каких-то. Ну, вот, то есть ты попал в такой круг вот этих всех дизайнеров, которые, конечно, тоже надеются, что это им знание им что-то принесет. Ну, я надеюсь, что оно когда-то чего-то принесет нам, кто это умеет. Но пока где-то, скажем, где-то, наверное, в начале января, да, в конце декабря мне это, в принципе, уже поднадоело. Поднадоело, я вроде как уже уперлась в стенку, не знаю там, что с этим дальше делать. Какие-то знания есть, если там что-то придется наверстать, я, наверное, уже могу легко в эту тему войти, поэтому я это дело как-то оставила. Появилось новое дело, да, появились у меня новые интересы, и вот вы сейчас, наверное, будете смеяться, не смеяться. Вот, я с вами поделюсь, что я решила себя привести немножечко в порядок, и да, сходили мы с сыном в ресторан, здесь кадры я там покажу, мне там что-то, по-моему, заснято немножко. Вот, на его день рождения мы пошли в ресторан, в городе на Балатоне, да, в нашем ближайшем, вот, то есть в красивый ресторан, в который я уже сама 100 лет нигде не была, и когда я была последний раз, по-моему, приглашена, вы об этом знаете, когда я там ездила на какое-то свидание в Швейцарии, да, с каким-то дядечкой, с которым мы совсем никак не сговорились, и никак, в принципе, ну, я вам рассказывала там все эти, значит, мои переживания по этому поводу. Вот, что как я радовалась, что, в принципе, в ресторан вот сходила по-красивому, то, что я уже разучилась и давно нигде не была. Вот, так вот, сейчас уже прошло опять много лет, когда это самое, сходили красиво в ресторан, очень вкусно поели, действительно, есть здесь такие вкусные ресторанчики, дорогие, но очень, очень мне понравилось, и я немножко девчонки, я сегодня экспериментирую, потому что я пересела сегодня перед компьютером, видите, да? Не с телефона снимаю, а с компьютера, как я раньше в Швейцарии снимала, да? Попробую. Но у меня тут была плохая камера, и я потом перешла на телефон тоже. Ну, тем более там, когда снимаешь в саду, да, там так или иначе нужно с телефоном снимать. Вот, а здесь сейчас решила попробовать вот этой новой камерой. Ну, как она старенькая камера мне отдал сын, и она вроде бы ничего, да, по-моему. Вот, можно, наверное, какой-то такой вот формат разговорный тоже между делом сделать, пока не началась вот сейчас весна, сейчас пойдет сад, огород там туда-сюда, да, там, то есть нужно будет снимать в саду, конечно, а не дома. Вот, но сейчас попробуем так, да? Сейчас что-то я сняла через Skype, я не очень поняла, забыла уже, как все это делается. Теперь у меня не Mac, а обычный компьютер персональный. Вот, поэтому немножко подстроюсь сейчас. Вот, значит, сижу я в спальне у себя, здесь у меня там кровать стоит в этом углу. Вот я ее туда-сюда двигаю, сейчас все это все двигаю, но уже тут такой дохлый вариант, тут уже нужно просто мебель менять, да, тут просто не хватает какой-то мебели, и тут как ни двигай, все равно идеально уже не получится. Раньше это, вот кто видел фильм, там было все это красиво, все было свеженько, новенько,
сделано. И плюс даже задумывался дом как бы на выходные приезжать там на каникулы, да, то есть если не нужны были эти ни шкафы, ни какие-то вот эти вот, да, все полки там, куда всего можно убрать, а когда живешь, барахла полно, и все не выкинешь, да, и все пригождается где-то все время, какие-то вещи нужны, и ты просто не можешь просто все выкидывать, то есть у меня, конечно, барахла тоже всякого много накопилось, и вот это вот все нужно каким-то образом куда-то все это разместить для того, чтобы потом тоже еще и найти. Вот, ну ладно, ну хотя это тоже сейчас, кстати, по теме, вот что с этими, да, ну в общем, здесь все нужно менять. Короче, я сейчас вот в уголочек себе здесь сделала, здесь вот так вот сидеть вроде бы никак удобно. Вот, лампочку здесь зажгла впереди для получше освещаться. Вот, и даже сегодня я немножко подкрасилась, да, потому что я, по-моему, не красилась, не знаю, миллион лет, да. В последний раз, наверное, где-то в Швейцарии я еще там плотно штукатурилась, когда меня еще никто не видел и не смотрел, поэтому я не боялась, как бы экспериментировала, да, там, с красными губами. Мне все сын смеется, говорит, боже мой, как ты там вообще выглядишь, такая вся разукрашенная, как матрешка. Это мне самой смешно, конечно, но это был такой опыт, как бы, опять же, вот из фотографии, да, то, что когда снимаешь, нужно как-то вот это вот косметику, все это нужно делать, там, да, пудру, там, прочее, прочее. Вот, так даже сегодня я, вот сейчас, первый раз за все время, вот подмазала здесь что-то под глазами, да, там попробовала. У меня какие-то всякие лежат, у меня уже полным-полно разной косметики еще со времен вот этой фотографии лежит, она уже сколько времени, уже десятилетия, наверное, скоро исчисляется. Вот, всякой косметики. Я вот сейчас в последнее время действительно здесь вещи взялась разбирать в очередной раз. И у меня есть такие полочки, которые я вот эти годы даже вообще не открывала и не прикасалась. То есть у меня косметики просто всяких теней, там помад, этих лаков там всяких разных. У меня их миллион. У меня просто был такой большой штант, да, как бы называется, ну, такая, вот, вы знаете, когда в косметических этих магазинах, то, да, там приходишь, а там такие вот эти вот Dior, там еще какие-то известные бренды этой косметики, да, вот эти вот все там с позолотой и прочее, прочее, да. Вот, он стоит на таких подставках специальных, и там все у них те образцы продуктов, да, помады всех цветов, там тени всех цветов, фондейшн, или как он там называется, все это пудра, там все есть. Можно попробовать там, да, вот эти вот пробные штучки такие. Вот, и как раз оттуда брали вот эти вот продавщицы там, да, которые консультанты, они брали там тебя, например, там покрасить, там что-то там показать, как надо краситься, эти продукты попробовать. И вот такой у меня раньше стоял, даже где-то там в каких-то самом-самом раннем видео, которое я снимала до того, пока вообще канал открыла как бы официально, там у меня даже есть это такая подставка огромная, ужасно тяжелющая, красивая, позолоченная вся. Я и потом, вот когда переезжала из студии, фотостудии, где мы тогда жили, да, в Швейцарии, при переезде, конечно, пришлось ее на свалку вывезти. Но всю эту косметику я оттуда выколупала, выбрала, вытащила, оторвала там с корнем, как где-то что-то. И она у меня вот сейчас, в принципе, везде там лежит по углам. Тут у меня под рукой сейчас нет. А, вот есть, как раз за компьютером сейчас покажу. Вот приблизительно в таком состоянии. Сейчас я везде их разложила. Вот, нужно их будет все подразобрать, да, подразобрать. Их много таких разных. Подразобрать, протереть там, типа, вот они у меня уже тут пару недель лежат, то есть на столах везде. То кошки пробегают, смахнут, то еще что-нибудь, то собираю в пол, по полу потом. Вот, нужно будет все это разобрать и куда-то найти место поставить, чтобы можно было этим пользоваться. Ну, вы знаете, я этим вообще не пользовалась последние годы. Даже ни маникюр, ничего не делала. Не красилась, кроме как ресницы. Вот, немножко здесь там подчернить вокруг глаза, да, и ни помада, ничем я, в принципе, за все эти годы последние не пользовалась, вот, и настроения не было, и не хотелось, да, и вы знаете, как я проходила в шортиках,
все эти годы в одних и тех же, в стирку и одеваешь, в стирку и одеваешь. Купила какие-то венгерские шортики здесь у меня. Самые дешевые, вот где-то на ближайшие магазинчики тут, да, я даже не знаю, где их купила. Может быть, в этом нашем районном центре где-то. Вот, купила и я их, конечно, они мне уже окупились, хотя они очень дешевые. Но они такие на баечке были, да. Я вот их протаскала буквально который год, да, который год уже. Ну, минимум 2 года, по-моему, я их, или если не третий год, я их летом из них не вылезаю в стирку и обратно, да, там что-то на смену другое, потом опять эти шортики. И, ну, да, и вот, и, хотя есть у меня, в принципе, конечно, какая-то одежда, но я, честно говоря, некоторые вещи у меня висят в шкафу, я уже потом, по-моему, тоже говорила, да, и куда я их одену, да, с одной стороны, с другой стороны, они таких хороших как бы производителей, да, они такого хорошего качества, их как-то отдавать жалко их, и выкидывать их не выкинешь, и, а вдруг пригодится, да. Вот, и все это как-то висит у меня, то я снимаю на чердак у нашу, то я с чердака обратно их тащу в шкаф повесить, мне там жалко, что они лежат. И вот этот вот процесс, он такой как бы бесконечный туда-сюда, раз в год я заморачиваюсь, что-то пытаясь куда-то вытащить, иногда перекладываю в коробки какие-то, да, эти коробки потом выношу туда, в этот, в амбар туда к себе, да, где студия там никогда не закончу в жизни, вот, и мне западло туда лезть по этой лестнице наверх, они у меня так стоят, и потом приходит другой сезон, и думаю, я эти коробки опять обратно заношу и опять вешаю в шкаф, перекладываю, опять же, зимние в эти коробки, несу туда. Мне опять же лень туда наверх лезть, они где-то у меня стоят под лестницей. И так они у меня даже сюда приходят к другому сезону, и в другом сезоне, в общем, короче, все это повторяется, вся эта история. Вот, я даже, честно говоря, не знаю, пора мне эти как-то шкафы уже 10-метровые ставить, чтобы туда все это хорошенечко все повесить, чтобы не искать, и чтобы все это было рабочая одежда в один угол, там парадно-выходная, на всякий случай когда-нибудь вдруг пригодится, в другой отсек, вот, и каким-то образом, чтобы вот этот порядок с этими тряпками наконец навести, ну, не только с тряпками, но, ну, по крайней мере, вот с тряпками было бы неплохо. И вот и раз пришла вот на эту тему сейчас с тряпьем, да, значит, как-то я пришла, где я начала? Да, начала то, что у меня была долгая пауза, что я не выходила ни в интернет, как в интернет я выхожу, но на канал я не выходила, не знаю, о чем говорить, не знаю, о чем можно, о чем нельзя, потому что все это накапливается, и когда ты как-то постепенно все это рассказываешь, ты можешь как-то, да, актуальное только как бы, а тут когда все, столько всего, и... Да, уже не знаешь просто, о чем говорить, о чем не говорить. И с чего начать, даже если что-то есть рассказать. Вот. Ну что, значит, опять возвращаюсь я к тому, что у меня где-то до ноября у меня было довольно тяжелое состояние психологическое, настроение отвратительное, что-то вроде депрессии или хуже. Наверное, что-то такое депрессия, короче, была. Вот. И тут не сделала я ни закатки, не делала я в саду практически ничего не делала. Траву уже стричь не нужно было, так периодически еще тряглась травку, но вот буквально через силу выходила, самое необходимое делала, и на этом заканчивалась моя работа. Вот, да, много овощей у меня там не выросло, потому что перестала как-то поливать и как-то вообще действительно все забросила. Единственное, что я еще смотрела, помидоры, да. Помидоры, вот, да, помидоры я еще делала. И, да, и что-то, по-моему, да, закатки вообще у меня не было. Да, только то, что вот живьем ела, там, на салат и прочее, прочее. Больше ничего не делала, ничего девчонки не делала. Вот, значит, что потом где-то, наверное, в ноябре, когда я поняла, что пора тему закрыть, да, тему закрыть так же, как тогда с политикой. Просто когда видишь, что ты уже дальше никак не проходишь, дальше просто не проходишь, дальше уже бесполезно как бы добиваться там правды или добиваться правды и сквозь стену уже биться об стену уже бесполезно, или это
будет тебе стоить потом головной боли, да, головной боли, когда бьешь об стену и не можешь ее прошибить, где-то приходится просто остановиться и сказать, это разумнее остановиться и дело все забыть и продолжать жить дальше. Жизнь у нас короткая, девчонки, все-таки оказалось, да, все-таки все так мимолетное, вот, что все-таки нужно вовремя остановиться, наверное. Ну, во всяком случае, иногда приходится признаться, что ты проиграл, просто проиграл, и продолжать жить каким-то образом дальше. Тогда я вот занялась, сын мне подкинул идею изучить одну компьютерную программу. Он мне уже и раньше об этом говорил, но я как-то все это, ой, посмотрел один раз что-то, ой, это мне слишком сложно разбираться на английском языке, там еще, там все это технические всякие терминологии, которые я уже не знаю, да, это сейчас новые эти технологии, тут чат, GPT и вот эти вот картинки сейчас, которые делают с помощью искусственного интеллекта, да, все это нужно было как бы это все этого вникать, да, все это изучать, погружаться во все это, а мне было не, тогда не хотелось в прошлом году и позапрошлом мне не хотелось, мне показалось это каким-то все сложным и не для меня, для моего уровня, как-то мне вот сейчас огород и все, да, больше мне ничего не надо, там розочки, вот, ну что, я все-таки полезла в эту программу посмотреть, программа, значит, такая, как бы ты создаешь картинки, как, ну, типа фотографии, да, то есть ты создаешь как бы фотографии искусственным интеллектом. Ты создаешь искусственному интеллекту в эту программу описание, например, да, ты описываешь, что ты хочешь видеть. Например, я хочу видеть красивую девушку, вот такую высокую, с длинными ногами, с тонкой талией, в красном платье, держащий в руках бокал, к примеру, да, и на фоне там у тебя там море и солнце и горы, да, например. Вот. И в принципе, в зависимости от того, как ты это хорошо опишешь, тебе компьютер в секунды выдает результаты, разные результаты на выбор, как бы, да, и ты можешь эти результаты или акцептировать, и ты можешь потом на компьютере запомнить эти картинки, где-то, может быть, использовать, да, или ты можешь на своей фотографии использовать. Ну, я как фотограф, да, я Photoshop, например, тоже относительно хорошо знала для обработки моих фотографий, для их улучшения, украшения и так далее. И, в принципе, эта программа, она как раз так все красивое, да, получается, все очень красивое, такое яркое, так, как я бы хотела делать фотографии. То есть я считала, что я делаю очень красивые фотографии, в принципе, была довольна своей работой, но когда я посмотрела эти картинки, я подумала, да, надо попробовать. Вот. Единственное, что, конечно, она малоуправляемая, и там, например, сходство очень трудно еще пока, например, я пыталась, там пробовала такие шуточные вещи, там, например, со свою фотографию, с движением, например, да, что ты открываешь рот и что-то как будто говоришь, хотя это не ты, это твой робот, да, как бы аватар, да. Вот. Но довольно-таки забавная и очень занимательная. И я так этим увлеклась, и вот я весь практически, наверное, в конце ноября я занялась, сразу после того, когда у меня было вот это вот все упадок полный. Вот. И я, так сказать, сразу же все забыла и занялась вот этим, и изучила я эту программу очень хорошо. И надела миллион там всяких разных красивых картинок, они у меня в Инстаграме есть, Инстаграм заполнила сразу, в Телеграме там канал там заполнила сразу этими, забила все этими картинками, у меня компьютер забит этими картинками везде, но, к сожалению, я не знаю, куда их применять, честно говоря. Ну вот, то есть ты, в принципе, делаешь, а пока еще их применять конкретно куда-то, или зарабатывать на этом деньги, пока я не вижу никакой вот возможности, да. Но я этим позанималась и надеюсь, что технологии будут дальше развиваться, и можно найти какое-то этому применение. Вот, так что, может, это знание мне пригодится для чего-нибудь. Вот. Но это было интересное такое хобби. Сразу появился круг всяких разных дизайнеров в этом, в области вот этого искусственного интеллекта, и каждый там демонстрирует всякие группы там, в том же Фейсбуке, в том же Инстаграме, много тоже лайков каких-то появилось, да, каких-то
Вот, то есть ты попал в такой круг вот этих всех дизайнеров, которые, конечно, тоже надеются, что это им знание им что-то принесет. Ну, я надеюсь, что она когда-то чего-то принесет нам, кто это умеет. Но пока где-то, скажем, где-то, наверное, в начале января, да, в конце декабря мне это, в принципе, уже поднадоело. Поднадоело, я вроде как уже уперлась в стенку, не знаю там, что с этим дальше делать. Какие-то знания есть, если там что-то придется наверстать, я, наверное, уже могу легко в эту тему войти, поэтому я это дело как-то оставила. Появилось новое дело, да, появился мне новый интерес, и вот вы сейчас, наверное, будете смеяться, не смеяться. Вот, я с вами поделюсь, что я решила себя привести немножечко в порядок, и начала, сходили мы с сыном в ресторан, здесь кадры я там покажу, мне там что-то, по-моему, заснято немножко. Вот, на его день рождения мы пошли в ресторан в городе на Балатоне, да, в нашем ближайшем, вот, то есть в красивый ресторан, в который я уже сама 100 лет нигде не была, и когда я была последний раз, по-моему, приглашена, вы об этом знаете, когда я там ездила на какое-то свидание в Швейцарии, да, с каким-то дядечкой, с которым мы совсем никак не сговорились и никак, в принципе, ну, я вам рассказывала там все эти, значит, мои переживания по этому поводу. Вот, что как я радовалась, что, в принципе, в ресторан вот сходила по-красивому, то, что я уже разучилась и давно нигде не была. Вот, так вот, сейчас уже прошло опять много лет, когда это самое, сходили красиво в ресторан, очень вкусно поели. Действительно, есть здесь такие вкусные ресторанчики, дорогие, но очень, очень мне понравилось. И я немножко, у меня были красивые вещи, я даже что одела красивую черную юбку, свою дорогую черную юбку, которая уже у меня жила, и у моей сестры она жила, и она ее поносила мне обратно, вернула. И она все еще классная выглядит, и снова в моде. И свитер у меня был красивый, который я еще ни разу никуда не одевала, потому что он все-таки такой требует какой-то определенной обстановки. Вот я этот свитер. Но я поняла, что мне вот не хватает, мне не хватает элементарно вот этот образы свои, как бы, да, вот этот вот, у меня есть хорошие вещи, но я ничем их не могу ни скомбинировать, ни к чему не приспособить. Или это просто я не могу этим пользоваться, что я тут в деревне сижу, да, куда есть наряжаться. Вот, и мне очень захотелось, я как-то затосковала так вот, то, что хочется, какой-то вот тоже грустный период жизни был, да, что показалось, что прям жизнь закончилась у меня в очередной раз, было такое очень настроение нехорошее, и что на этом, наверное, уже все в очередной раз. И вот это вот было толчком таким, как бы как-то хочется, да, опять кого-то одеть туфельки аккуратненькие, да, какие-то, или ботиночки какие-то новенькие, не просто которые единственные у тебя стоит, ты их там одеваешь, одни единственные дорогие красивые кроссовки, которые ты одеваешь, потому что их еще можно в такой обстановке как бы одевать здесь, да, но вот это вот все как-то мне не нравится больше, вот, поэтому я решила немножко как бы приодеться. Но опять же, это случилось так, как сначала в туманно, 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 что нужно что-то менять, нужно что-то новое начинать или что-то изменить, или вот это же такое настроение появилось у меня, что-то нужно изменять, или вот. И мне то опять же мой сын подкинул мне такой адрес в интернете, где можно хорошие вещи купить, но очень так же, как по очень хорошим ценам. Вот, и я говорю, да, ну скинь мне вот такую ссылку, да, я посмотрю. Вот я туда зашла, девочки, скажу, на Новый год, да, на Новый год. Он мне об этом сайте сказал буквально уже, когда мы тут выпили шампанское, там отметили типа Новый год. Да, и уходя, я говорю, ну ты мне эту ссылку пришли, и он мне тут же эту ссылку прислал. Вот я и засела на этот сайт. И сначала мне все это показалось, что какое-то все обычное, ничего такого особенного. Вот, а потом
Потом стала разглядывать. Потом стала разглядывать и поняла, что я просто вообще не в курсе, что сейчас в моде. Что мода совсем уже как-то поменялась. И что то, что я бы одела, что, в принципе, я уже и не знаю, как, что, с чем одеть. Я просто чувствую, что это что-то не то, да, что чего-то не хватает. Что вроде и вещи хорошие, но что-то как-то это не современно. И так и много сомнений, что, просто ощущение, что ты вообще не в теме, да, ты просто уже как бы вылетел, ты вообще не в теме. Ты ходишь в целых резиновых сапогах, в одних и тех же поддельных кроксах, даже не настоящих, да, розовых, замызганных, забрызганных травой кошеной, вот эти шортики, да, которые я тут купила, венгерские, да, с венгерской, причем чуть ли не флагом там, да, полосками типичные. И все, да, и все. Я не делаю тут ни маникюр, естественно, и вообще ничего. Вот. Ну вот, значит, и села на этот сайт, и все. И я зашла в эту тему, так же, как с этой программой Midjourney, вот этот вот искусственный интеллект, да. И так же, как я вот какими-то розами занималась, у меня было, вот, с розой хорошее сравнение. Я села на этот сайт, и у меня в течение сейчас уже больше месяца прошло, да, сколько я на этом сайте сижу и не вылезаю оттуда. Вот сейчас вылезла, девочки, сейчас я вылезла по разным причинам. Первая причина, что я очень много действительно накупила тряпок там. Но вторая причина, что денег больше нет. Вот, ладно. Но это я попозже вернусь. Вот, значит, засела я на этот сайт, и также у меня было как с розами. Днем и ночью я там сидела, изучала какие тренды, что в моде, что не в моде, что носят молодые, что там, что вообще есть, какие ткани, почему эти размеры, соответствие размеров, это оверсайз и туда-сюда, да? Какие джинсы сейчас модно, какая длина, юбка такая, юбка сякая, значит, опять же, потом и начинаешь бросать в эту корзину, да, потому что цены хорошие, да, скидки огромные. Вот, и я посмотрю, когда я смотрела, думаю, боже мой, я даже со своей пенсии могу запросто пару приличных вещей купить, которые я в нормальном магазине в жизни не, такие деньги не выложу, да. Вот, скидки 80%, 90%, да, все это в основном большая часть очень хорошего качества вещи. Ну, скажем, такие, которые забитые уже всем известные, как Versace. Ну, есть там все. Там все есть. Там все есть дизайнеры, там все представлено. Есть марочки, которые подешевле, есть такие средние марки, которые я тоже знаю еще со Швейцарии. Вот, ну, все есть, и в принципе там даже на любой кошелек можно что-то прилично найти, особенно по таким очень хорошим скидкам. Вот, значит, этот процесс я сейчас уже как бы провернула, проверила многократно, все у меня работает. Я боялась, что Венгрию не будут доставлять, но доставляют Венгрию хорошо. У них есть курьер, с которым они работают. Эти вещи откуда-то, я уж не знаю, я не очень поняла, откуда все это идет. Может быть, из Австрии, у них какой-то есть такой, ну, раздаточный пункт, я не знаю, рассылочный или как его назвать. Вот. И они отсылают через австрийскую почту сюда, в Венгрию. И в Венгрии у них есть вот этот вот Express One, курьер, который тебе эти вещи сюда привозит. А если тебе эти вещи не подходят, я вот, например, иду на почту, там их сдаю бесплатно, и на наших местных почтах они теперь тоже знают, они вначале у нас были даже проблемы, конфликты там возникали, уж неправильно оформляли, они там, то, наверное, не знали как, и когда я от них требовала подтверждение, например, что они посылку на почте от меня забрали, даже вот одна не хотела мне это подтверждение давать, и вот просто уперлась, и даже она мне швырнула в лицо. Сказала, да что вы от меня требуете, типа того, что, да, и швырнула в лицо, и я чуть было в нее не швырнула, и сказала, ну-ка, давайте быстро тут расписывайтесь, сама заполнила все данные. Ну, ладно, сам факт, что сейчас они тоже знают, как это работает, вот, и вещи доходят обратно, и деньги мне возвращают. То есть это уже проверенный процесс,
Я уже действительно очень много посылок сделала. Конечно, то, что я заказываю, я все это не беру. Просто я заранее оплачиваю, да, вещи приходят, а что мне не нравится, я уже отсылаю обратно. А то, что мне нравится, я себе оставляю, естественно. И хочу сказать, что сидела очень счастливая весь этот месяц. В этих тряпках погрязла полностью, да, в этих примерках, чтобы примеряла коробку, открывала, мне уходило 3 часа, пока я примерю, посмотрю, это подходит. Эти штаны такие, они какие-то огромные, хотя они сейчас модные, значит, подходят они по возрасту, к другим тряпкам. То есть тут много факторов, смогу ли я если вообще одевать их куда-то, да, то есть потом, может быть, ошибку сделала, заказала, потом, блин, а куда это я одену, да, вот, раз обратно ты отсылаешь там. То есть вот некоторые вещи капризно я себе оставила, хотя я не знаю, куда их буду применять. Например, такая сумочку я себе заказала зеленого цвета. И я вообще не знаю, куда ее буду одевать. Наверное, ко всему черному или ко всему белому, или, может быть, где-то еще маленькие какие-то зелененькие детальки будут, я не знаю. Но у меня еще пока ничего зелененького больше нет, кроме этой сумочки. Вот. То есть такие вот есть ошибки, которые я себе разрешила. Вот. А так, в принципе, накупила себе кучу барахла и сижу очень довольна. Вот. Значит, следующий этап, вот видите, как я подстригла тут волосенки свои, той же тетки, да, в деревне. Вот. И, в принципе, по-моему, ничего, да, в принципе, по-моему, ничего. Тогда она меня обкарнала, помните, как она меня обкарнала ужасно? После этого слишком коротко, и поэтому все мои эти кудряшки поднимались, я их никак выпрямить не могла, и у меня какая-то такая была там непонятно, да, что. А сейчас, по-моему, неплохо уже. Потому что волосы у меня, в принципе, не густые, да, скажем, жидковатенькие и очень тоненькие. Вот, и до сих пор я их обрезала сама ножницами, да, в ванной. Помните, ну, как я ходила? Что-то просто назад закалывала, и все, да, и как получится. Вот, и сейчас подстригла волосы у этой женщины. Уже сказала, как я хочу. Ну, нормально, да, сейчас это первый раз я обстригла. Теперь нужно будет посмотреть, сделать еще чуть-чуть, когда подрастут, оставить, или вот все-таки такую длину подстригать все время. Как считаете? Вот сейчас голова у меня не мытая, и, ну, не помыла сейчас голову. Но, опять же, значит, что хочу сказать по волосам сейчас, да. Конечно, мои волосы не того, которые вот что сейчас обсуждают, там особенно, ничего особенного. Вот, но еще тоже красить надо, седина там, естественно, везде. Вот, но сам факт, смотрите, сказала тоже сюда такую штуку, опять же, там же, да, опять же, по тому же адресу. Средства-то кератиновые, да, кератиновые. Я знала, такая она ужасная, такие бешеные деньги она стоит вообще вот так в розничной продаже. Я сравнила цены. Они продают такой комплект вот этой кератины ухода за волосом, да, за волосами там, да. Вот. И я посмотрела, цена всего комплекта такая же, как здесь, в Венгрии, на венгерском сайте можно эти продукты тоже купить или похожие продукты, но они стоят там столько, сколько вот этот комплект полностью, да, включая маску, шампунь и еще каких-то 2 средства там вот, да, вот после мытья там вот для сеченных волосиков там, да, еще какое-то там для, наверное, для вот это, может, там пышности, я не знаю, что там, не разобралась даже одно средство для чего. Вот я хочу сказать, что как я их получила, этот свой пакетик, да, помыла, пошла, сделала эту маску, пошла, так, помыла голову, после этого всеми этими средствами сюда понамазала, да, и смотрите, эта голова у меня еще не мытая, вот несколько дней, да, понамазала это там всеми средствами, и она, в принципе, нормальная, что я сплю, сейчас ничего там не делаю, не просто вот как бы подвытянула, да, как вот в первый день сделала тогда, так оно у меня осталось, и оно все как-то держится. И она держится, в принципе, не так плохо для грязной головы. В общем, я так очень довольна, это все это как-то выпрямляется и держится, да, эти не в кудряшках. Ну, здесь вот немножко что-то стало сгибаться сейчас. Вот. Ну, в общем, посмотрим, я сейчас буду только начала этим пользоваться. Надеюсь, что это действительно улучшит качество моих волос. Посмотрим. Ну, я, в принципе, довольна результатом. И что, мне кажется, волосы прям какие-то немножко другие стали.
Ну, это, наверное, вам-то, наверное, не видно, а мне видно. Вот я сижу довольна. Вот, опять же, да, поэтому я как-то вот заняла сейчас такими вот вопросами, немножко отвлечься от всего, как мне все надоело, я, честно говоря, все как мне надоело. Вот, и да, опять же, вот смотрите, да, сейчас начну уже постепенно свои моды шоу, да. Вот смотрите, вот эту штучку, эту кофточку я купила. Вот, да, первая посылка, что я заказала себе, были шортики. Шортики, потому что думаю, так, я заказываю только то, что мне необходимо. Вот, заказала себе шортики. Подождите, сейчас покажу. Ну, шортики не покажу, я покажу вам, что было в моей первой посылке. Вот, в первой посылке я себе заказала кроксики. Кроксы настоящие, не подделанные. Но заодно с этим обновлением гардероба я занялась разбирать заодно и свой гардероб, да, свой старый, опять же. Опять же, подняла все с чердака. Я вытащила всю свою грязную эту обувь с прошлого года где-то в ящике закинутом, да. Я их всех помыла, я их всех пропарила паром. Я их посмотрела, что-то выкинула, что вообще уже никак не идет. Мне этих кроксов поддельных тоже, наверное, штук там 6, наверное, пар. Две я выкинула. И которые крепенькие, еще я их оставила, потому что все равно нужно будет. В этих я, наверное, все же не пойду траву косить. Жалко. Вот, но в любом случае, такие красивенькие кроксики, они были подороже, ну, опять же, с большой скидкой, да. И я подумала, что я такая модная буду в своем огороде вот в таких в тигровых ботинках. Вот. И они очень удобные, и сидела такая довольная. Первая моя, кстати, такая вот эта покупка была, да? Потом, значит, первые покупки были у меня также. Сейчас мы показываем. Вот таких вот я себе тренировочных как бы штанишек купила. Пузяшка нужно будет запрятать. Я сейчас худею, девочки, потому что я растолстела за это лето. Ела пирожки и валялась в истерике. Поэтому поправилась довольно-таки сильно. Ну, скажем, на целый размер. Летом, знаете, я худею, зимой поправляюсь, как часто бывает. Но за это лето я очень сильно поправилась. Сейчас вот стала я худеть. Может быть, я сама себя заставляю внутренней силой каким-то образом худеть. Вот. Но сильно худеть тоже нельзя, потому что тряпки мне уже куплены на этот мой сегодняшний размер. Вот, смотрите, да, классные штанишки, они на такой, как бы, баечка, да, вот, это тоже хороших брендов, да, этих спортивных. Что тут стоит? Гео Нортвей, ну, тут что-то там хорошее, из хороших этих самых, вот. И по-модному уже сюда заправлено, видите, немножечко блузочка. Вот, и также то, что под блузочкой тоже я купила, и это для меня было открытие, что у нас современное белье стали делать, а я еще не в курсе. Вот, так что очень удобно, и как-то практично, и удобно, и приятно, да. Но еще нужно будет этот участок немножко побольше поразведать, потому что я немножко застряла тоже, застряла немножко где-то и не в курсе, что происходит вообще на этом рынке. Опять же, за это время я изучила вообще, что модно, что не модно, эти тренды. Также вот тут все это, знаете, бывает у меня такое, сядешь и начинаешь изучать, вот как с розами, да, а потом перестаешь, потом уже вроде все в курсе, ну, так, достаточно тебе базы знаний создаешь себе, потому что когда просто не в курсе, тогда, конечно, немножко странно, даже, боже, я вообще ничего не разбираюсь, я вообще не знаю, какие пропорции, как чего и как носят. Ну, там эту кофточку, чтобы сбоку заправить, или ее нужно только вот здесь засунуть, или какие-то там эти самые, что... Какая длина вот эти вот джинсы, буквально последнее мое, как бы, где я поняла с длиной этих джинсов или брюк, которые я себе купила, я поняла, где моя ошибка, что мне подходит, что не подходит. То есть, в общем, целая наука, да, в этом деле тоже. Вот, вот эта новая кофточка тоже, да, ну, мне тоже нужны дома такие, я же все-таки в деревне живу, мне нужно, чтобы и удобно было, и практично, да, то есть она такая обычная серенькая. В принципе, серенький цвет особенно не красит, но, с другой стороны, она
практичная, такой кардиганчик, да, качество хорошего, скажем, очень хорошего, мягенькая, очень простая, никаких без наворотов, без разных, просто вот в таких пуговичках, да, вот. Вот такая немножко посвободнее, даже я размером беру побольше, чтобы как бы оверсайз легкий был. Вот. Сейчас вот, вы понимаете сами, да, выпускаем немножко, чтобы там всякие слои были, чтобы было видно там немножко подлиннее было. Вот так вот. Вот, значит, это тоже кофточка у нас из новых. Вот, пока я еще, честно говоря, такой комплекс к ней не составила, но я думаю, что она вот как раз с джинсами, вот с майками, с белыми, наверное, лучше всего. Вот, как вы думаете? Вот, если такая тряпочница стала, вообще ничего другого сейчас говорить не могу, только о тряпках, честно говоря, поэтому на серьезные темы со мной сейчас разговаривать нельзя. Нельзя, лучше не разговаривать, потому что серьезных тем уже слишком много, я уже... Подождите, я пойду сигаретку возьму. Где там? Все, вернулась, вела себе сигарет. Девочки, не ругайте меня за курение. Умрем мы так или иначе от курения или чего-нибудь другого, понимаете? Бесполезно, бесполезно не говорить, даже не говорить о вреде курения, как это влияет на цвет кожи и как это влияет на прочее и все остальное. Ну, бесполезно, это бесполезное дело, это не убедишь, я и сама все прекрасно знаю, и тем более у меня больше, чем у других примеров по этому поводу. Поэтому уж как будет, так и будет. Вот, ладно, отступление, чтобы не ругались, я вам сказала. Вот, значит так. Так что обновила я себе свой гардероб, с удовольствием с вами поделюсь. Провела много времени с этими примерками. Сама себе, конечно, я очень не нравлюсь. Постарела я за это время довольно сильно. Смотрю, сейчас, в принципе, не так уж прям, чтобы плохо. Но все-таки хочу я сейчас подкрасилась я, потому что, может быть, она даже действительно... Вот я хочу сказать, вот на камеру даже может быть еще и ничего, но когда вот я пойду на улицу, ну что, какой-то магазин там пойду, я не знаю, куда-то, и видно будет, что у меня там слои краски, тоже, наверное, будет как-то неестественно, не знаю, мне кажется, с возрастом тоже как-то выглядит странно немножко, с этой косметикой, да, так довольно нужно опасаться. Вот, поэтому навряд ли я буду здесь вот все красить, да. Вот, я думаю, что мне просто пора уже пойти и сделать уколы красоты. Ну, сейчас все делают, все эти с уколами красоты. И я думаю, что мне пора. У меня здесь все начинает уже сейчас опускаться везде. Я это вижу, особенно при солнечном свете. Особенно в июне я посмотрела, когда у меня был такой вот момент, да, непонятный, полное что-то такое. Я ходила еще, снимала для вас видео с этими подсолнухами. Подсолнухи тут все это было. Я сделала фотографии себя с этими подсолнухами, и потом его видела, как у меня лицо все в мелкой сеточке, понимаете? Мелкой сеточке морщин. И я испугалась. Я испугалась даже вот не за этого, даже не за это, вот просто все лицо как будто мелкая сеточка морщин. И я перепугалась, я перепугалась, как-то я не ожидала, мне все казалось, что все нормально, у меня ванная, очень хорошее зеркало, я когда смотрю, я там ничего не вижу, я такая вся красивая, там освещение, наверное, такое недостаточное, я не знаю, вот, то есть уже тогда я подумала, вот летом, да, что ой-ой-ой, надо что-то делать. Кстати, я тогда еще заказала тогда эти кремы, такие обычные, не какие-то вот сейчас специальные, да, обычные кремы, которые имеются здесь в Венгрии в продаже, и они недорогие. Вот эти, как она называется, сейчас боюсь вслух неправильно произнести, засмеивайте меня, это еще ни разу не произносила вслух. Вот эта кислота гиалуроновая, или как она называется, да? Вот, то есть вот этим кремом, да, и сейчас я их купила, у меня их, ну, летом еще, по-моему, 3 баночки на пробу.
Один просто с алоэ такой увлажняющий, вот эти вот, а самые обычные кремы, да, я давно уже хорошими кремами, в принципе, не пользовалась, самыми обычными вообще, самой простой косметикой, ну, косметикой я вообще практически, если не пользуюсь, только для глаз, а вот крем, да, по уходу. И сейчас я еще ничего не купила вот для лица другого, но вот я этими кремами мажусь, и как-то получше, все равно получше стало. Вот, но меня раздражают мои эти мелкие губы и вот эта вот часть, да, уже здесь такая очень. И здесь как-то тоже круги появились. Ну, даже это мне не мешает, эти круги под глазами. Не мешает сейчас рот и вот это вокруг, да, эти уголочки губ и вообще вот эта вся часть. Ну и зубы, соответственно, я еще не сделала, понимаете. Вот, большая боль с этими зубами. Вот, но это будет тоже, планируется, я надеюсь, что я как-то это одолею с этими зубами, потому что это невозможно. Ладно, это отдельная тоже тема, сейчас пока мы говорим вот о этой красоте. Я думаю, что я сделаю сейчас, это, думаю, будет доступно мне, сделать вот эти вот укольчики. Ну, вот вокруг, как-то, я даже не знаю, носогубка, это что, это где, это здесь, да, или где? Или это брыли, как это называется у нас. В общем, я не знаю, короче, вот в этой части я хочу здесь себе все поколоть. Это мне кто-то там хочет в дом войти, наверное, Тимка. А Тимка у меня тут лежит на кровати под боком, я его и не вижу. Слушай, что мама тут рассказывает. Что-то разговорилась, сидела, сидела, молчала. Вот, сейчас разговорилась. Вот. Да, ну-ка, Кеша. Кешка, ну иди своими лапками на чистую блузочку. А дело для камеры. Чистую блузочку. Я сейчас стараюсь, девочки, тоже, на самом деле, стараюсь одеваться тоже дома нормально. Вот, постепенно выбросила, совсем старье выбросила, оставила, которые еще более-менее. Все равно в огород жалко будет это девать, все равно будет траву косить, нужно это вот старое барахло иметь, чтобы не жалко было, да? Чтобы уже, когда до дыры, уже и просто выкинуть, и все. Вот. Не имеет смысла просто тоже перепортить. Ну, вот так дома, думаю, пора уже переходить немножко на более-менее приличную одежду. Тем более это так все удобно и красиво, и себя чувствуешь как-то получше, даже как-то выпрямляться начинаешь, и начинаешь даже как-то себе нравиться. Вот сейчас я смотрю, по-моему, все-таки я немножко худею. Еще такой валик нужно здесь согнать, да, вот валик такой есть. Вот, и вот это животерничек тут, да. Это, конечно, надо было бы убрать. Вот, то есть хочу привести себя в порядок, хочу вот здесь вот побрызгать, посмотреть, что это будет, как это будет все выглядеть. Вот, и губы хочу набрызгать. Когда-то давно я это делала, и это уже было давно уже, да. И ну, хорошо было, они непонятно, они тогда чуть-чуть, они мне прям не становятся вот такими. Наверное, в первый день они такими становятся. Я делала один раз. Очень больно, хочу сказать, очень больно. Здесь колоть очень больно. Вот. И все-таки хочу сделать немножко, и чуть-чуть немножко вот губки подправить. Сейчас все делают, а почему бы и не сделать тоже, даже если 64. Вот, так что посмотрим, посмотрим. Нашла вот такие колечки у меня есть. Ну, это... Помните, приезжал ко мне парень такой литовец, смотрел здесь дом в Венгрии, да, и он тут еще вещи свои оставил. И он мне этих вот штучек надарил целую кучу, я даже не рассказывала, да. Вот такие колечки, я не знаю, может быть, у него от какого-то бизнеса остались, я не знаю. И вот эти жемчужных, много таких жемчужных бусиков, да, прям несколько штук. Там он привезся, все это мне здесь оставил, и под боком нет, и браслетики какие-то у него тоже такие жемчужные вот тоже от него, да, и он мне все это здесь подарил. Вот, и я сейчас, ну, они как раз сейчас модно, сейчас их можно будет мне тоже одевать иногда. Вот перед вами, наверное, больше я не знаю куда. Вот. А это я уже нашла, опять же, разбирала свое старое барахло. Это использовалось, в принципе, для фотошутингов, для сессии, фотосессии, в принципе. Оно не использовала, я его не носила никогда, оно и не мое. Оно где-то
еще из ящика моего бывшего мужа. Вот. Я сейчас решила для вас одела, посмотреть, как это будет смотреться на камере. Вот. Потом нашла еще у себя вот такую штучку, да. Представляете, хотела такую купить. Думаю, такую хочу, хочу, хочу. И все хотела купить, хорошо не купила, разбирая свои вещи, нашла, у меня такой есть. Я не помню, я не знаю, что у меня есть, я все забыла, память, наверное, дырявая становится. Вот, и я таким образом, кстати, хочу сказать, нашла у себя много вещей, которые я хотела купить, а потом у себя нашла, потом думаю, боже мой, так у меня это есть. И вот это было, кстати, толчком, что я стала разбирать свой гардероб, который у меня по чемоданам, по коробкам, по ящикам. Для того, чтобы посмотреть, а что у меня вообще есть? Я стала заглядывать, смотреть, какие у меня марки есть, какие. Я же не все сама сознательно в магазинах покупала. Некоторые я брала где-то в комиссионках, там, да, на этих, на марках. Помните, рассказывала, как я там. У меня было закупочное место, где я по мешкам выносила за по одному франку, да, женщинам я отдавала все по одному франку. Я с мешками уходила там от Гуччи до Шанель, там все было, да. И ремни там тогда, я еще тогда на местном рынке на этом, типа eBay, да, там, вот, у нас есть, был такой Рикардо, он еще есть, даже рассылка до сих пор приходит с этого Рикардо, я там тоже продавала, я там покупала вещи и продавала, то есть я покупала в комиссионке, продавала какие-то вещи, как-то подрабатывала себе, да, еще, и плюс еще много у меня вещей осталось, и как-то в течение этих всех лет у меня как-то не было времени посмотреть, что у меня там есть, да. То есть оно у меня просто где-то в коробках лежало, что а, для Венгрии, для Венгрии, для Венгрии, и так оно у меня все и валялось. И некоторые вещи я сейчас открываю и начинаю разглядывать, думаю, блин, такое стоит столько, и даже со ссылкой оно стоит столько, а у меня оно валяется, я даже не знаю, оно у меня откуда. Вот, и, ну, просто еще размеры не всегда подходят, и, потому что когда поправляешься, когда худеешь, у меня раньше был 34-й размер, да, 34-й, а сейчас 38-й. То есть я с 34 перешла на 36. Сейчас у меня 38 размер стал полный. Даже я покупаю себе сейчас какие-то вещи покупала 40 размера, чтобы они немножко были как бы оверсайз. Вот. Но тут тоже нужно еще смотреть, конечно. Вот. А теперь вы видите, что у меня какой котенок. Сейчас я прыгаю, потому что много всего произошло, все много чего происходит. И не знаешь, о чем говорить. Смотрите, у меня какой котенок тут лежит. У него еще имени нет. Это еще один подкидыш. Вот. У меня есть тоже рыжик, он там спит сейчас на кухне. Но это не тот рыжик, не тот рыжик, которого вы знаете. Тот рыжик тоже умер. И Костик тоже пропал. Костик пропал. Костик ушел с тем рыжиком и не вернулся. И я его не нашла. А рыжик тот умер, я его похоронила. Вот тот рыжик, он умер у меня. Я уже запуталась, у меня столько кошек умерло за эти последние годы. Не живут они у меня, мне прям там, я не знаю, когда у меня котенок появляется, я думаю, ну блин, ну что, ну у нас как долго, да? Вот. Так что того рыжика я похоронила. Сначала Илиоса похоронила, да, Илиос, вы знаете, да, что Илиос у меня тоже умер в июне. Илиас у меня умер, и рыжик у меня умер, и петух у меня тоже -то умер. Вот, курочка осталась, и курочку вот уже под осень, в конце августа, утащил кто-то. Я вот дверь не закрыла один раз, редко когда забываешь закрывать, да, но вот пару раз обошлось, и один раз не обошлось. Вот, а этот появился где-то, наверное, дней 10 назад. И писька страшная, писька, не знаю, то ли у него болит что, то ли просто он уже не совсем маленький, да, то есть, может быть, он где-то жил, может, цыган, может, его использовали игрушкой у детей, я уже не знаю, потому что он как-то вот любит вот так все сидеть, вот это все, что, наверное, его таскали там, все время прижавшись к животу, к груди, как-то в необычных позах он у меня спит, не знаю. И очень, очень писклявый, очень-очень писклявый котенок. Не знаю, может быть, у него зубки режутся. Может быть, зубки режутся. Не знаю, посмотрим, что с ним будет, с этим котенком. Я уже просто не зарекаюсь, я уже даже боюсь уже что-то говорить. Да.
тоже пришел ко мне сюда. Угу. Тут у меня стоит Кеша, тут у меня сидит котенок без имя, безымянный. Вот, для Рыжика, для второго, я уже имя даже не придумывала, так он как-то мне остался Рыжиком. Я просто уже боюсь зарекаться, да, уже просто боюсь имена давать, потому что я эти имена потом забываю, я уже, как предыдущих котят зовут, я уже и не помню, как их и называла, и кто у меня конкретно был. Слишком, да, это кошмар, это, я не знаю, это кошмар какой-то, для меня этого объяснения нет, я не знаю, думаю, может быть, у меня в доме где-то какая зараза лежит, я не знаю, что они все заражаются, или они уже все зараженные вот эти от родителей, уже сюда мне подкидывают больных котят, я не знаю, в чем дело, я уже устала от всех этих смертей, и уже просто... Что будет, то будет, да, и поэтому, девчонки, я говорю, господи, хоть немножко пожить там, и, я не знаю, хоть поодеваться, хоть на себя полюбоваться, чтобы, как, я не знаю, потому что просто так можно скатиться вообще, не знаю, куда. Настолько все стало тяжело, еще с возрастом, действительно, столько вещей происходит, и тяжелых, да. Ну вот так, значит, чуть надо на приятную тему вернуться. Вот, да, вот такие у меня планы сейчас немножко собой заняться. Не знаю зачем, не знаю почему. Вот, значит, поправлю себе мордочку, чуть-чуть подхудеть. Оделась я уже, теперь только гардероб создала себе такой, что теперь, в принципе... Можно только его как бы дополнять, уже можно даже покруче какие-то моменты туда запустить, да, так сказать, особенности какие-то. Чему-то, может быть, у меня еще чего-то не хватает, но действительно, даже себе купила эти леггинсы, как они называются, ну, они спортивные, правда, такие, да, ну, такие хорошего качества, да, такие черненькие. Вот, и... Джинсы черные от Versace, вот, по размеру вроде подходит, еще нужно там с длиной посмотреть, может быть, я с вами посоветуюсь еще, как это, ботинок на платформе я себе купила, такие, сейчас быстренько покажу одни. Смотрите, вот такие ботинки я себе купила на платформе. Белые, лаковые, настоящие, кожаные. Вот. Скидка была 90%, то есть они все довольны. Не дешевые в магазине, я бы дешевые себе такие никогда не купила, столько денег не отдала бы, да? Вот. Немножко здесь у меня наверху не вмещается чуть-чуть, можно было бы обратно послать, но мне не так понравились, что я не захотела, думаю, все равно мне будет как-то закрывать брюками, и потом похудеть надо, надеюсь, что и ноги у меня тоже похудеют. С ногами, конечно, тоже трудно, с моими, полненькая такая, когда поправляюсь, у меня сразу все в ноги тоже идет, там, да. Вот уж такой момент, который учитывать нужно, при когда что-то себе в гардеробе составляешь. Вот, вот такие сапожки. Очень мне понравилось. Потом я вам покажу. У меня такая розовая юбка. Розовая. Вот, нежно-розовая тоже мне понравилась. Как бы трикотажная, тепленькая. Тоже такая, как бы утепленная такая, да, юбочка. Вот, и... подходящим свитером, думаю. Думаю, что подходящим к нему. Вот сейчас покажу другие ботинки. Ну и вот, вот такие ботинки, они ношеные уже. Я сейчас ношу и, как сказать, прям везде, да? Так, не новенькие, прям даже не знаю, как лучше показать. Ну, такие на платформе, да? Вот. И это еще как бы небольшая платформа, как я поняла. Как я поняла. Вот, и когда я их заказала, кожа все отлично, да, качество очень хорошее. Бронкс, по-моему, это, да, Бронкс. Вот, и здесь закрывается на замочке, здесь они мне хорошо здесь подходят, потому что здесь можно регулировать с этой самой еще, да, со шнуровкой ослабить, если там очень тесно. Вот, ну и вот не видела, что они у меня с камушками здесь такие,
когда покупала, не обратила внимания. Ну ничего, смотрится так и забавненько, красивенько. Грязные они сейчас, надо почистить. Вот. В общем, перечислила я себе вся старую обувь, новую обувь. Все выставила в ряд там и примерила, что мне нужно, что не надо. Вот. Оказалось, тоже приличная обувь у меня есть, просто я все время хожу в этих старых каких-то ала кроксах. Опять же, я купила там такие, не буду близко показывать, потому что они у меня грязноватые, брюлечко, и ты сюда забралась с котенком. Все собрались сюда сниматься, да, наверное, хотя бы хотим. Вот, и такие вот кроссовки я себе купила новенькие. Легкие, хорошенькие. Это вот тоже вот эта первая покупка у меня была. Тоже уже грязные, сейчас ношу. Шнурки прям не завязываю, прям так оставляю. Я думаю, так и задумано, наверное. Ногу быстро раз засунул и побежал. Вот, очень, очень хороший. Гальяно, дизайнер Гальяно. Вот, тоже за, ну как копейки, не копейки, но очень дешево. Очень дешево. Вот. Такие вещи как-то не купишь так вот, просто пойти и купить вот по такой скидке. Вот. Гальяно. Тоже. Ко всему, сейчас же носят с кроссовки, ко всему, да? То есть ты можешь и к платью их одеть, и ко всему, в принципе. Очень удобно, прям совсем другое ощущение, когда одеваешь какие-то новые вещи. Вот, а потом я разошлась. Лёлечка, опа, подвигайся. Потом я разошлась, потом думаю, хочу попробовать вот такие. И потом я себе заказала вот такие кроссовки. То есть я хотела, просто как я решила, мне нужно белые кроссовки обязательно, потому что их можно к платью одеть, и практично, и в деревне носить, и в принципе куда угодно можно сейчас носить. И с джинсами, и ко всему они подходят. Но потом у меня они по плану были, да, что нужно найти хорошие кожаные красивые кроссовки, беленькие, без ничего. Ну вот нашла я вот такие на огромной платформе. Посмотрите, какая платформа огромная. Как хорошо они смотрятся, как мне нравятся, какие они удобные. Вот, вначале, когда я их получила, я их одела, и они мне как бы носок как бы спадает здесь, да, и неудобно. Думаю, боже мой, что же делать? Неужели отсылать? И мне прям не захотелось их отсылать обратно. Думаю, такие хорошие, назад не хочу отсылать. Вот что делать? Потому что пока я туда их отправлю, новые я, наверное, такие же, ну, другого размера не куплю, они, может быть, будут маленькие потом. Вот. Очень мне понравились, и я это самое сейчас потом догадалась подтянуть здесь потуже, да, здесь впереди, и все, завязала здесь, так сказать, потуже, и нормально, идеально, с таким удовольствием, они ко всему подходят, ты сразу такая на полметра выше скажешься, удлиняет, вот, тоже очень хорошая покупка, в общем, все покупки практически хорошие, есть некоторые ошибки, но некоторые я исправила, просто отправила обратно, а другие... В принципе, нужно будет что-то подобрать к ним подходящее, куда их одевать. Много вещей, девчонки, даже не знаю, с чего начинать и что показывать вообще, если это нужно. Наверное, ну, интересно все равно, да? Вот. И мне самой интересно, что вы скажете, интересно. Да, вот такая сейчас тема у меня, мода и красота. Вот. А тут, вот, тут нужно заняться, и потом вот это у меня там, да, там этим займусь я. Попозже, сейчас денег нет, девчонки. Вот так. Ну, сюда я на этом закончу. Наверное, наговорила целую торбу, да, всего и ничего, в принципе. Закончила все на тряпках. Ну, я пока с вами прощаюсь и начну уже готовить что-нибудь уже конкретное, там какую-нибудь примерочку, наверное, с этого, да, начнем. Потом потихонечку я вам расскажу. Что посчитай нужным, что вам покажется момент правильным.